Липень 2019-го. Дружківка. «90% здесь, в городе, ну 80 это точных, люди, которые ждут русского мира. Они не изменили себя. Они перекрасились просто временно под украинскую власть. Поменяли тут все украинские вывески. А суть их не изменилась. Они ждут Путина. Но я не хочу этого. И многие украинцы не хотят. Будем сопротивляться до последнего». 23 лютого 2014-го. Дружківка, площа Жовтнева. Близько 12-ї години тут збираються понад 2 тисячі людей, аби підтримати створення загонів народної самооборони та виступити проти Євромайдану. Дружківки, працює штаб самооборони, в який входять афганці, десантники, казаки. Є люди, які присоединились нам просто на добровольних началах. То есть мы за законное сохранение порядка в городе и в регионе. Ваша задача, если вы хотите помочь городу, придите, запишитесь. Нет своей группы, разобьют по группам. Когда случился Майдан, здесь начали организовывать народное, так называемое, народное ополчение Донбасса. И люди, я не знаю, у меня такое впечатление, как потеряли голову. Они забыли, что вот родились здесь, в Украине. Евромайдановцы вышли на защиту исполкомов 5 марта. Ну вот они вышли, стали перед исполкомом и сказали, если кто-то еще будет пытаться повесить российский флаг, мы, значит, будем силовые методы, мы будем физически защищать. А, вот, а часть этих антимайдановцев стояла в стороне, побоялась к ним подойти. 13 марта у нас митинг проходит опять на этой Октябрьской площади. Вот выступают из России, говорит, что мы тут будем проводить мероприятия военно-патриотические. Вот стоит женщина Слава Беркуту. Вот, пожалуйста, здесь полностью вот, город уже заведен на то, чтобы принять, так сказать, российское подданство. Если сравнивать, допустим, март месяц 2014 года, когда собирались митинги, собиралось 3-4 тысячи с пророссийским, допустим, направлением, а человек 200 с проукраинским. Вот такой был перекос. Я был на одном из митингов, когда то же самое подошли ко мне, интересовались, а какие, как вот вы, ваше мнение, как вы думаете строить отношения с Россией? Понятно, я понимаю структуру экономики нашего города, всех предприятий, около 80% продукции, которая реализовывается на 7 предприятиях основных нашего города, шла на Россию в то время. И понятно, что отказ от этого рынка, значит, ставил под угрозу в целом работу предприятий, как следствие жизни нашего города. Точка зрения у меня и тогда была, и сейчас. Нужно строить отношения нормальные с соседями, особенно с теми, которые, от которых ты зависим. Березень 2014-го. Дружківка. Міська рада. Міський голова Валерій Гнатенко дає згоду на підняття прапору ДНР. Впервые флаг сменили в конце марта 2014 года. Когда к зданию исполкома городского совета подошло, наверное, 2-3 тысячи людей, которые шли после какого-то своего очередного митинга. Люди навеселе, скажем так. Я вышел на парапет здания городского совета, и толпа, понятно, что начала скандировать: «Давай меняй власть». Но задача у меня была другая. Задача была сменить флаг. Я понимаю, что в этой ситуации я их не остановлю. Есть ли мое желание, либо его нет, они все равно так или иначе это дело сделают. То ли меня отстранят, но, значит, при этом с наличием агрессии они просто-напросто еще это здание могут уничтожить. Я не стал препятствовать вхождению в это здание. Сегодня, значит, я знаю, что пришли те люди, которые хотят поднять второй флаг. 13 квітня 2014-го. Дружківка. Міська рада. С целью того, чтобы не было у нас беспорядков, мы такую возможность даем.
кто у вас один готов сейчас подняться с флага? Они сменили флаг. Через полчаса после их расхождения, значит, я дал команду, здесь находился наш завхоз, он пошел, флаг снял и повесил флаг Украины. Так было трижды. Конечно, третий раз, когда уже пришли, угрозы были реальны, потому что сказали, что мы вашего завхоза сбросим с пятого этажа здания городского совета. И мы понимали прекрасно, что эти разговоры уже не просто на испуг, это могут быть реальные. Конечно, нам не стоило было рисковать в целом жизнью и этого сотрудника, и других сотрудников. 14 квітня 2014-го. Позачергова сесія Дружківської міської ради. Депутати ухвалюють рішення щодо проведення так званого референдуму. 14 апреля проходила эта сессия, под исполкомом стояло несколько десятков активистов. Это не депутаты, это активисты, которые пришли, так сказать, по требованию народа. Требуют, чтобы они приняли это постановление. И они его приняли. Городской совет первое обращается к областному совету с предложением рассмотреть инициативу нашего предыдущего. Второе. Для стабилизации общественного порядка в регионе организовать проведение референдума в Донецкой области. Я считаю, что наша местная власть в лице городского головы Гнатенко и депутатов приняли неправильную позицию, они или 35, или 36 человек, о том, что провести референдум. Мы требуем, тут люди ходили, и, к сожалению, предателями учителя были. Все они сейчас работают, занимают те же посты. Директора школ, не все, а некоторые из них. Здесь, в городе, референдумы, Компартия Украины заправляла. Вот, я их многих прекрасно знаю, я был в очень хороших отношениях до этого. Не верьте никому, что народ проводил референдум. Это все была спланированная акция, просто подталкивалась. Референдум, скажем, который был на территории нашего города, это, скажем так, блеф и фальшь. Почему? Потому что формально, как бы, когда пришли к нам, вы можете организовать, мы сказали, что нет. 11 травня 2014-го. Дружківка. Містяни голосують на так званому референдумі. Подъехали машины, микроавтобусы, люди с оружием зашли, начали стучать дверь, ломать дверь, захватывают это учебное заведение. Ставят коробки, пошли в магазине напротив, из-под конфет взяли. На этом месте стояли два стола, и вот здесь два стола. На столах стояли картонные коробки из-под печенья, из-под конфет. И вот народ приходил, и тут бросали. То есть как так называемое проведение референдума было здесь. Это проходило буквально там 4-5 часов максимум. Была необходима картинка, они снимали видео, и народ валил, народ шел голосовать. Считали, там комиссии были, этих председателей комиссии осудили. По-моему, или 6, или 8 человек в городе Дружковке, это вот только вот в том году закончили суды. И все, больше никто не пострадал, не ответил за это. 16 июня после инаугурации была первая встреча с президентом, тогда был президент Порошенко. Он собрал мэров городов. И, из Донецкой и Луганской области всего лишь 6 мэров смогли приехать на эту встречу. В том числе там был и я. Было сказано, что все в порядке, ждите. И когда после этой встречи я приехал в город Дружковку и стало известно, что я выезжал в Киев на встречу с президентом, мне дошла информация о том, что вас собираются арестовать. Эти вооруженные формирования. После этого 20 числа мне пришлось принимать решение и уезжать уже из города. Я 2 недели, в общем-то, не добил этого времени, когда город был освобожден. Я 4 рази зустрічалася з Порошенко по питанню нашого міського голови і його діяльності в період окупації. У нас безліч відео його співпраці з бандформуванням. У нас безліч є свідків, які дають свідчення. СБУ нічого не бачило, нічого не чуло.
Валерій Гнатенко залишився на посаді міського голови Дружківки після окупації міста і займає її до сьогодні. Станом на червень 2019-го Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо причетності Валерія Гнатенка до проведення так званого референдуму і його співпраці з окупантами. Згідно відповіді СБУ на запит журналістів, далі цитата, повідомлення про підозру не здійснювалося, відсторонення від займаної посади до нього не застосовувалось. Кінець цитати. Перше, я злякалася 8 травня 2014 року, коли ми поверталися зі Слов'янську від українських солдат, і на в'їзді в Краматорськ ми побачили дуже багато чеченців. От здесь стояв блокпост. Вот здесь у них стояла палатка, такой шатер большой с продуктами. Они, знаете, после Майдана они начали копировать Майдан. А вдоль бордюр с двух сторон стояли коктейли Молотова. С этой стороны несколько раз видела, как они разливают в бутылки коктейли Молотова. В эту сторону тоже у них все было в мешках. Мешки, ДНРовские флаги, и в основном стояла молодежь. Останавливали каждую машину в обязательном порядке. Такого не было, что можно было проехать мимо. Обязательно останавливали, осматривали обязательно, выходили. Иногда мне даже жалко было этих ребят молодых, которые вот им с пистолетом побегать вокруг машины доставляло удовольствие. Они себя почувствовали как-то, я не знаю, нужными или востребованными. Если город Славянск были активные события, город Краматорск уже менее активные, то в Дружковке, в принципе, как бы почти не было особой, скажем так, боевой активности. Полиция работала, значит, но тем не менее, конечно же, работники полиции в это время были без оружия. Тогда начальник полиции принял решение все оружие, которое находилось в Дружковском городделе, куда-то сдать на хранение. Это оружие, когда он его сдавать, перехватили эти боевики соседнего города, насколько мне стало известно. И, в общем-то, они несли службу уже без оружия, ну, в таком же режиме. Выезжали на преступления какие-то. Город уже практически был пустой, люди выезжали ночью в пустые темные окна, не горящие. Такое в воздухе вот страшная такая вот, воздух страха такой стоял. Тем более мы уже знали о том, что пропадали люди. Липень 2019-го. Селище Олексієво-Дружківка. Тут 8 травня 2014-го на блокпості бойовики розстріляли священника Московського патріархату отця Павла. Це такий музейний експонат, називається Слобожанська хата. Тут було льошка цих сепаратистів. Вони стояли тут поруч на блокпості, а тут вони це ночували тут. На блокпосту було біля 30 людей. Вони змінювалися? Вони змінювалися, так. Да. От 30 – це основа була. Це основа була. Із цих 30 десь половина була з Олексієво-Дружківки. Половина. Тут багато в нас сепаратистів. Головна зброя проти цих ополченців, як їх назвати, було слово. Це було страшно для них. І тоді вони брали зброю натуральну і стріляли. Ось так застрілили отця Павла. Бо він словом їм казав. Він зупинився тут. Він щось почав їм розповідати. Вони сказали, вийди з машини. Він сидів в машині і щось їм казав. Вони сказали, вийди з машини. І він каже, чого я буду виходити з машини? Ви слухайте, що я вам кажу. І в такому дусі. Потім він вийшов з машини і знову почав їм щось розповідати. Вони йому не слухали, а навпаки щось йому качали, казали, кричали, бо к вечору вони вже були ж п'яненькі всі. От, і щось таке. Він тоді плюнув, та що з вами балакати? Сів і став їхати. І вийшли із автомата, ну кажуть, увесь рожок у нього пороли. Це мені СБУ казало, що його вбив тут місцевий житель один, який був на блокпості. Такий, як общий дурман. Как, люди були як одурманені. Хоча були такі, які вот наш Анатолій Данилович Водолазький вийшов з флагом. Это, ну, я считаю, это
подвиг. Чоловік йшов сознательно на смерть. 22 травня 2019-го Анатолій Водолазький отримав нагороду за звитягу та вірність українському народу. 22 мая, 15:30, я вже виходжу сюди п'ятий раз, показати, що є така країна, Україна, і є дружковка, де є патріоти, де є волонтери. 22 травня 2014 року. Площа Жовтнева. Ну, я тут немножко простояв. Минут 10, мабуть. Поліція стояла от за пам'ятником. Я підійшов, вони мене знали, як облуплено. Вони працювали до останнього дня, ще після цього случаю. Вот. Многі уходили на пенсію. Вот. Вони, коли я вийшов, я поздоровався з ними, підняв прапор, вони одразу запрятались. Тут почали кричати, визивайте ДНР, вони під'їхали. Погрузили машину, дали по рюкзаку. Потом выехали мы за Краматорск, они поехали на Краматорск, там остановились. Они хотели меня расстрелять там. Вот. Говорит, давай здесь остановимся, там уже один лежит. Это дословно я передаю. А ты камеру видел? А если уже в интернете это все сбросят? Вот. И меня повезли там в Краматорск. Там мешками заложено все, видимости никакой. Одна лампочка, так кто сказал, три охранника у нас с автоматами сидели. Вот, ты такой-такой, ну иди в окошко. Я не знаю, чем он ударил, но у меня сразу два моста вылетело. И четыре зуба сразу вылетело, потом посыпали все остальные. Я там пробыл сутки, всего-навсего сутки. И Георгий Тука вручал, и Борис Филатов, мэр города Днепра. Это вручал капеллан Дионисий. Вот. Это вручал полковник генерального штаба. Это ветераны АТО. Яка у вас найулюбленіша? А Герой України? Це ж перше, це Герой України? Чому? Это не моя. 13 000 погибших. Я живой. Липень 2019-го. Дружківка. Колишнє приміщення міліції. У 2014 році тут облаштували штаб ДНР та так звані підвали НКВС. У 1977 році радянський НКВС тут утримував українського дисидента та правозахисника Олексу Тихого за антирадянську агітацію та пропаганду. 17 июня в 4 часа утра під'їхали дві машини к месту моей работы. В 4 утра они перепрыгнули через забор, появились трое вооруженных автоматом и пистолетом. Я вышел навстречу, не знал, кто это такие, смотрю, посторонние на территории. Мне кричат: «Ложись!» Лежать, лежать. Сделали два предупредительных выстрела вверх из пистолета. Ну, я, выполняя их приказ, присел на асфальт. Сразу начались избиения, руки связали сзади скотчем, одели мешок на голову, вывели, посадили в машину и привезли вот на это место. Мы находимся, опускаемся в подвалы штаба Донецкой Народной Республики, так званой. В этой камере находилось 4 человека, когда я был доставлен. У одного была нога простреленная. Условия были здесь невыносимые. По углам стояли бутылочки с мочой. Все это было перевернуто во время избиений. В 22 часа вечера пришла команда НКВД, так званая они себя называли, пыточная команда.
забрали меня на допрос, одели наручники сзади и повели в комнату допросов. Вот в этот угол ставят лицом к стене и начинаются пытки. В первый допрос, так званый, нанесли мне удар штык-ножом в левое бедро, отвели в камеру на 15 минут. Сказали, 15 минут ты еще поживи, а через 15 минут мы тебя расстреляем. Заседал трибунал наверху, решали, расстрелять или нет. Разделились голоса 50 на 50. Вот на этом кафельном полу после пыток я провел около суток. Был у меня кусочек бинта, тряпочки такой, так сказать. Я промокал эту рану кровоточащую. И чтобы не лежать щекой на холодном полу, эту кровяную тряпочку я сложил, сделал как маленькую подушечку, чтобы подложить под щеку. И вот эти все 4 дня, что он тут был, я все 4 дня здесь с утра и до вечера, до последнего автобуса я была здесь. Два брата Зиновьевых, близнецы, они с сыном тоже в одном классе учились, те были здесь главарями. За что его взяли? Он не подал руку моему другу. А у него на работе было 2 сепара. И он сказал, я с такими не здороваюсь. И он так вот, он не подал руку. Так что из-за этого вот это забрали его. И я ни в кого, я так ни с кем из начальства. Вышел один, Господи, хай Бог простит, худючая, как доска половая. Высокий, шея длинная, а головка, как моих 2 кулачка. Я начальник НКВД. Я говорю, детка, ты хоть знаешь, что такое НКВД? Расшифруй. Не знаю, но я начальник. Его не отпускают. Чудом удалось мне просто выжить. Просто меня отсюда приехала скорая, положили на носилки и доставили в медицинское учреждение. Если бы не была оказана медицинская помощь, ну, я думаю, еще сутки или двое я продержался. Большая потеря крови была. Сокамерники, те уже кричали, вызывали охрану, уберите, мы тут спокойненько не хотим лежать. Только-только-только доставили в больницу. Это жена решила сфотографировать на память. Ну, это фотографии, это состояние ноги после избиений, после пыток. А это лицо такое. Эти фотографии СБУшники брали. Менты расследовали, контрразведка брала. Куда только не брали, ну толку ж никакого. Освобождение я встречал в лечебном учреждении. Я был 2 месяца на больничном после всех этих процедур, которые проводили тут НКВД. 2 липня 2014-го в 30 кілометрах від Дружківки бойовики обстріляли позиції українських військових на горі Карачун. З 4 на 5 липня також зв'язку не було, але був страшний, ну страшне щось створилося. У нас небо було красне. Ну, у нас вся нічна війна, і кожну ніч у нас аеродром обстрілювали, а в цю ніч ну, зовсім було страшно. І раптом десь о 9-й годині, около 9-ї години, Дмитро Шимко, це хлопець там старший у них був, ну, солдат був старшим, вийшов на зв'язок. Він мені дзвонить, я кажу, Діма, це у вас там таке страшне? Він каже, у нас. Я кажу, ви там хоч всі живі? Він каже, ні, у нас Роман Мендель загинув. Зараз у нас тихо. Вони, каже, покинули Слов'янськ і уїхали. 5 липня 2014 року. Околиці Дружківки. Колона бойовиків полишає місто. Вони приєдналися до колони проросійських найманців, які відступали зі Слов'янська. Тікали з Дружківки, за словами співробітника СБУ на позивний «Джокер», через те, що українські військові заблокували Слов'янськ з усіх боків. ДНР, коли виходила, я сам свідетель цього всього, я живу на трасі. Вони їхали, пили пісні, сміялись, водку жрали. Они шли колонны, их никто не трогал. Она шла, я не знаю, мне показалось, ну, протяженность ее, ну, может, 2 километра было. Ехали там автобусы с детьми, с боевиками,
перемешку с танками, с БМП, с БТРами. Ну, то есть вот так вот. Она шла долго довольно-таки. 6 июля 2014 года тогда работал еще в службе такси. Получил обыкновенный заказ, приехал. Стоят две бабушки, говорят, нам в Донецк. Выехав на Донецкую трассу, ну, как бы увидел что-то непонятное, скажем так. На правой стороне дороги практически вся правая полоса была занята военной техникой, автобусами, какой-то, ну, разным транспортом, и в нем было очень много людей в военной форме. Ну, понять не мог, что происходит. Думаю, сколько там той колонны. То есть, ну, потихонечку, думаю, обгоню. Прибавил газку, поехал, а колонна-то не заканчивается. Над городом кружили самолеты, и мы считали, что эту колонну в итоге должны как бы, ну, они сопровождали эту колонну, и многие думали, что она будет уничтожена. К сожалению, так не случилось, впоследствии был захвачен Донецк. Какая-то договоренность была. Все знали о том, что они покинут город, и я еду на работу, смотрю, нет уже этих самых разбитые такие баррикады у них было. Блокпост пустой. Возле исполкома, где у них контора это была, где они людей пытали. Никого нет. Обычно там, ну, десятки людей было, никого нет. А потом появились вот здесь, шли, БТР ехал у нас и солдаты украинской армии. Еще. Такое воодушевление было, что нас освободили. Это действительно вот. Тихо было, и птицы не пели. Нас освободили. 6 липня 2014-го у Дружківку заходять українські військові. Коли увидав, що прийшла наша українська власть, у мене сльози просто рікою лились. Ой, не можу. Сказати, що нічого не помінялось, нельзя так говорити. Помінялось сознание у людей. Люди поняли, что война – это зло, и зло должно быть наказано. Вот.